Меня зовут Гепарх. Я жил во втором столетии до нашей эры. Без ложной скромности скажу, что я отец наук географии и астрономии. Знаете, я написал по меньшей мере 14 книг, но, увы, почти все они были утеряны на протяжении веков. Благодаря мне появились первый каталог звезд, тригонометрия и астролябия. К счастью, мой блестящий последователь Птолемей, тремя столетиями позже, вдохновился моей работой до такой степени, что теперь историки иногда не могут определить, что сделал я, а что он. Рукопись Птолемея «Альмагест» была первым научным трактатом по астрономии, а в его книге «География» содержится первая карта известного мира. И география, и геометрия изучают Землю. Этимологически, цель географии – изображать мир, в то время как цель геометрии – его измерять. Форма Земли почти сферическая. Забудем на минуту, что она слегка приплюснута у полюсов, и представим ее себе идеальной сферой. Вы, наверное, помните, что все точки сферы находятся на одном и том же расстоянии от ее центра. Стрелка, которую вы видите, идущая из центра сферы в точку, перемещающуюся по поверхности, имеет постоянную длину. Выберем ось для нашей сферы, прямую, проходящую через центр. Если мы разрежем сферу плоскостью, проходящей через эту ось, мы вырежем большой круг, разделяющий сферу на две полусферы. Если мы нарежем сферу с помощью своеобразной гильотины, скользящей вдоль оси, мы получим меридианы. Это полуокружности, идущие от северного полюса к южному. Если мы теперь нарежем сферу плоскостями, перпендикулярными оси, мы получим набор окружностей, называемых параллелями. Таким образом, сфера покрыта двумя семействами кривых – меридианами и параллелями. Одна из этих параллелей – это знакомый вам экватор, находящийся в точности посередине между полюсами. Исторически один из меридианов был выбран с начала отсчета. Это меридиан, проходящий через Гринвичскую обсерваторию в Англии. Чтобы задать положение точки на Земле, начнем с точки пересечения экватора и Гринвичского меридиана и пройдем некоторое расстояние вдоль экватора, измерив это расстояние углом, красным, долготой. Теперь пройдем вверх по меридиану, измеряя путь другим углом, зеленым, широтой.
пока мы не попадем, наконец, в пункт назначения. Любую точку на Земле, таким образом, можно задать этими двумя числами, ее долготой и широтой. Поскольку нам нужны два числа, чтобы определить положение точки на Земле, мы говорим, что сфера двумерна, а математики обозначают ее S2. Наконец, если мы разрешим нашему самолетику покинуть Землю и лететь в пространство, то для задания его положения нам потребуются три числа – широта, долгота и высота над поверхностью Земли. Поскольку теперь нам нужно три числа для определения того, где мы находимся в пространстве, мы говорим, что пространство трехмерно. На портретах, висящих на стенах, вы видите Птолемея, отца картографии. Как нарисовать Землю? Один из способов – спроектировать ее на плоскость. Выберем какой-нибудь город, к примеру, Дакар. Проведем прямую через Северный полюс и этот город. Эта прямая пересечет плоскость стола в некоторой точке, которую мы назовем проекцией. Любую точку на поверхности Земли можно так спроектировать на плоскость стола. Чем ближе город к Северному полюсу, тем дальше оказывается его проекция на плоскость. Она может даже оказаться за пределами стола. Поэтому мы говорим, что Северный полюс не имеет проекции, или точнее, что его проекцией является бесконечность. Итак, вся Земля, кроме Северного полюса, может быть представлена на плоскости стола. Такая карта мира называется стереографической проекцией. Конечно, при стереографической проекции размеры не сохраняются. Южная Америка, к примеру, оказывается миниатюрной по сравнению с Северной. Чтобы лучше понять, как работает проекция, мы будем вращать Землю как гигантский мяч, проектируя все время из верхней точки. В танце континентов каждый в свою очередь становится большим, а затем маленьким. Но если мы присмотримся, то увидим, что формы сохраняются, невзирая на изменение линейных размеров. Поэтому говорят, что стереографическая проекция конформна. Что происходит с меридианами и параллелями при проекции? Когда мы проектируем из Северного полюса, меридианы становятся лучами, исходящими из Южного полюса.
полюса, а параллели концентрическими окружностями. Вращая Землю, мы видим, что меридианы, как и параллели, всегда проектируются в окружности или прямые. Стереографическая проекция переводит окружности, нарисованные на сфере, в окружности на плоскости, исключая, разумеется, окружности, проходившие через полюс, из которого мы проектируем. Эти окружности проектируются в прямые на плоскости. Вот тоже движение, на которое мы смотрим снизу. Мы видим, что меридианы и параллели образуют два семейства окружностей. Все меридианы сходятся в двух точках – в северном и в южном полюсах. Да, это Гринвичский меридиан. Это завершается первый этап нашего путешествия в четвертый измерение.